Социальный интранет – новый рынок на просторах интернета. Это соединение социальной сети с бизнес-инструментами. Еще лет 5 назад социальные сети только набирали свою аудиторию, а сайты, адаптированные под бизнес, стоили очень дорого. Однако, благодаря информационному прогрессу, теперь общение между коллегами, реклама своих услуг, партнерские программы, структурное управление компанией и все это в сети стало реальностью. Фактически, это означает, что теперь бизнес можно организовывать и вести полностью в интернете. По прогнозам Gartner, доходы от продаж услуг продуктов социального интернета в этом году в мире вырастут почти на 18% по сравнению с 2011 годом и достигнут 14,5 миллиардов долларов. При этом к 2015 году объем рынка увеличится до 22 миллиардов долларов. Одним из наиболее оптимальных представителей социального интернета является услуга от 1С Bittrex – Bittrex 24. Это единая точка доступа к классическим рабочим инструментам – CRM, органайзер, управление задачами, работа с документами во времени, подготовка отчетов и многое-многое другое. Эти незаменимые в работе инструменты объединены социальными коммуникациями – лайки, обсуждения на ходу, группы. В отличие от похожих сервисов, таких как Google Wave или Drive, сервис Bittrex 24 ориентирован именно на компании малого и среднего бизнеса. Помимо бесплатной версии у Bittrex 24, есть также два платных продукта – команда и компания. Пакеты включают в себя сервис экстранета, другими словами, многоуровневую безопасность корпоративной сети, а также учет рабочего времени, отчеты, планерки, дополнение в свой домен. Приоритетами Bittrex 24 над аналогами является возможность бухгалтерской отчетности через интернет на основе ранее интегрированных инструментов 1С, который умеет работать с российскими и украинскими законодательствами. Подробнее о функционале. Живая лента в Bittrex 24 аккумулирует как лента социальной сети все происходящие события, но из-за их количества и однотипности такой массив для начальных пользователей может быть непривычен. Есть ощущение, что первое время лента будет не читаться, но по мере нарастания количества событий, количество прочтений будет пропорционально снижаться. Задача решена фильтром, позволяющим сортировать события. Сделки, подробный фильтр через поиск и назначаемые действия. Нужно привыкнуть к горизонтальному бегунку. Свойства контактов настраиваются под требования пользователя. Гибко настраиваемый фильтр через поиск, отдельный пункт справочник компании. Большой выбор опций по настройке задач. Есть календарь, в котором они отображаются. Широкие возможности по сортировке задач. Два состояния фильтра – обычный и расширенный. Обычный состоит из стандартного набора свойств. Расширенный позволяет вводить свои свойства и строить свою собственную выдачу в рамках возможностей Bittrex 24. Доступен только один отчет – воронка продаж. Но есть гибкий фильтр, позволяющий получать и другие виды отчетов. Эффективность менеджера, продукты, лидеры, аутсайдеры и прочее. Нет отчета по активности контрагентов, но это пока минус данной бета-версии. Как начать пользоваться социальным интернетом? Можно зарегистрироваться через сайт bittrex24.ru, и вы уже становитесь партнером системы. При этом, начав не пользоваться, вы всегда сможете проконсультироваться через вашего индивидуального продавца, например, через компанию Acrit Studio. Он проконсультирует, как лучше адаптировать ваш бизнес под продукт социального интернета. Помимо этого, есть у вас возможность получить услугу продвижения ваших товаров и услуг в сети через интернет-рекламу, совместные акции с партнерами.